Это гениальное приспособление необходимо каждому человеку. И я сейчас расскажу, как легко и просто его сделать. Каждый автомобилист знает, что когда меняешь масло в машине, всегда остаются вот такие вот 5-литровые пластмассовые канистры. Они как раз подойдут для этого. Но можно использовать любые другие канистры на 5 или на 10 литров. Сначала сделаем разметку. Нужно найти центр. Маркером размечу. Чем точнее будет центр, тем лучше. С одной стороны и с другой стороны. Готово. Должно получиться вот так. Теперь с помощью коронки на 22 мм с каждой стороны высверлю отверстие. Вот такое в самый раз. Еще понадобится два обрезка вот такие полипропиленовой трубы, две заглушки, и два уголка. Беру кусок трубы, который подлиннее, и привариваю к нему заглушку. Теперь беру кусок трубы, который покороче, и привариваю к нему уголок. Вот так, ровненько, хорошо. А с другой стороны еще один уголок, но в другую сторону. Вот так. Вот такая деталь должна получиться. Последнюю заглушку привариваю к уголку. Вот так. Теперь нужно острым ножом отрезать у канистры донышко вот здесь по краю, по кругу. Продеваю в отверстие длинную трубку с заглушкой. Вот так. С обратной стороны привариваю вот эту загогулину. Вот так. Беру удлинитель на 10-20 метров и складываю его на два. Вот это середина. К середине удлинителя прикручиваю изоленту.
плотно прикручиваю и беру канистру и закрепляю той же самой изолентой посередине трубы. Все готово. Теперь можно пользоваться. Такой удлинитель очень легко сматывать. А также легко разматывать. Конструкция очень простая. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Шарах, как не бор, а там. Кулагу, о, мы не кую выиграл, вырвать.